think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, решил сегодня уже не на стриме, не знаю, вечером стримить. Брал, наверное, не буду, буду что-то другое проходить. Возможно, RDR. Определить победителя. В принципе, у нас сегодня 31-е, конец месяца. И мы с вами должны определить победителя конкурса. Сейчас я зайду на страничку. Так, Вот оно. Видосик наш. Что у нас рабочий стол. Конкурс на Олегу. Так, комментарии. Сейчас единственное немножко уменьшу. Рабочий стол. Так, есть. Комментарии я спам повытаскивал. Все, что было, сколько нас. Блин, его знаю, тут не отображает полностью. Так, идем сюда. Что вам надо было сделать? У вас должна быть открыта подписка на канал. Все как обычно. Сейчас где-то. Ребят, это может быть у вас лего отправление. Все тоже могут как-то где сидеть. Айдишку свою, ну, пример комментария и дация. То есть там для социальной сети поделали репост. Напишите свой суперсал ID. Ну, не ID, а вот именно номерок. Это разные создавать на не появлялся. Поэтому, ну, в принципе, кто у меня делается, это все, что вам надо было надо сделать. Все просто изучить. Ребята, ну просто я вот так вот на канале. Короче, все как обычно. Связь, репост. Алена вытащил себе. В общем, связь, репост. И коммент, куда вы сделали этот репост, чтобы можно было с вами связаться. Так, окей, поехали. В общем, поехали. 54 комментария. Блин, рандомайзеры, конечно. Что-то нету нормальных рандомайзеров. Так, это у нас так, чтобы вы видели. То я не сижу вот так вот. О. Генерировать. 53 коммента что-то показывает. Евгений Беликов. Вот так вот. Поехали. Посмотрим на его канал. Выполнены условия все. Подписки. Подписка есть. Красавчик. Пример комментария. Вот самый верхний мой. То есть вот его пример коммента. Так, смотрим. ВК, это мне надо включить телегу. Так, есть. Репостик есть у него. Сделан. 2005 год. Это сколько? 15 лет. Ну, красавчик. Школьник. Так. Как обычно. Сейчас это 24 число. Ну, еще 24 числа сделал. Напишут, это фейковая страничка. Ну, в принципе, хрен его знает.
А ты случайно не Артемка? Так, ну нету откуда он. 17-2015 лет. Так, связь, репост. Ну, все тоже, все туда же. Еще и тезка. Ну чё, в принципе, условия выполнил. У меня еще и в друзьях. Так, а чё у меня вот здесь? Надо будет себе это где-то сохранить. Ну, в принципе, у меня видос останется. Так, ну что, поздравляю. Поехали. Ответил. Поздравляем с Легой. Так, ну что, будем. Сейчас, я думаю, зайду на аккаунт его еще. И вы увидите уже дальше награждение. Такс. Ну как-то изично просто, вот странно. Первый раз, что, блядь, мы конкурс провели и все так быстро. Так, сейчас я с ним спешусь. Так, дисплей выберу пока. В общем, сейчас вам залью видосик с награждением еще. Да, еще, ребят, решил записать по поводу проверки, то я провтыкал, чтобы потом вопросов не было. Вот. А если открыть коммент вот так вот, ну, то есть видос открыть, как-то странно YouTube работает, но оно не открывает. Вот 54 комментария, я не знаю, моего, наверное, или чего комментария не считала, показывает не все комменты, вот. Прогружает не все. Но у меня уже в статистике, да, я могу зайти и посмотреть опубликованные комментарии. То есть так, чтобы не думали, я сам, честно говоря, в шоке, как так быстро вышло. Можно, оказалось, посмотреть. Артемка, вот 5 месяцев подписчик, автор популярных комментариев в боде. То есть можно посмотреть, кто сколько подписан на канал. И можно проверить. Я вот по его ВК. Подписчик уже 10 месяцев. Еще так, я говорил, что я буду смотреть по поводу спама. Чтобы вопросов не было. И, то есть это реально аккаунт. Около года уже подписан на канал. Все, теперь буду ждать от него данные, в принципе. Все условия соблюдены окончательно. Потому что есть у нас бомбящие школьники, любящие подорвать свой пукан, и не только свой. Но тут все четко сделано. Поэтому будем ждать от него данные. Так, ну что, ребят, все, залетел я на его аккаунт. Это Zip, я с ним пару каток недавно играл. Вот такой вот у него аккаунт 17170. Так, поехали. У нас есть в магазинчике сегодня спайк. Заберем ему спайка, недостающая лего. Сколько он там? 440. Так, 440. Что у нас по гемам? Интересно так, чтобы забрать было. А, так, пак такой. И можно вот этот еще дополнительно монетки и мегаящик. А, и как раз у нас получится. А 449. Ну, 9 гемов у него украдем. Зато заберем, может, с мегаящика сейчас что-то вытащим. Такс, поехали. Сейчас я заберу дисплей.
Такс, 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 такс. Забираем. Раз. Забрали. И два. Все, отлично. Забрали, открываем мега ящик. Сейчас посмотрим, что отсюда. 80 кристаллов, 700 и поехали. Так, раз. Джеки. Плюс 12. Дино. Фрэнк. Бо. Мортис. И на пока гаджет вытащили. Ну, довольно-таки неплохо. Такс. Ну что, забираем еще дополнительно вот это. Поздравляю, теперь у тебя есть Олега. Сейчас посмотрим, что у него вообще есть. Спайк Сакура. Поехали, посмотрим, что у него теперь есть. Ну, в принципе, у него гаджеты. Блин, у меня гаджеты не продаются толком. Один гаджет за сегодня. Что у него по бойцах? 30-34. Вот так вот. Остался у него Ворон или он. Макс, Мистер Пи. 4 бойца осталось. Довольно-таки неплохо. Качается. 26 ранги. Задроты, короче. 27 ранг на Броке. В общем, такие вот дела, ребят. Все, ждите следующего. Не знаю, посмотрим. По активу. О! Может, еще проведем конкурс на Лего. Просто мало народу участвует. Особо тоже смысла. Будет больше народа, будет больше кислорода. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и ждите нового видосика. Поздравляю победителя. Всем удачи. Всем пока.